Норм, ребята, махинации крутят. Наоборот, мне сегодня опять на год меньше осталось. Лёша, у тебя день рождения, что ли? А чё ты молчал? У тебя реально днюха? Алексей. Ладно, нормально, я сейчас еще раз 24 здесь умру, и вот видите, мобы уже пропадают, круто. Сейчас будет проще. Спасибо. Лёха, Лёшка, желаем тебе денег побольше. Но я не люблю свою... Лёш, Алексей, Алексей 105-517. С днем тебя рождения от всего канала No Game No Life, мы тебя поздравляем и желаем тебе всего самого наилучшего. С днем рождения, Алексей. Тони, господи, пройди уже эту локу, плиз. Я стараюсь, мужик, я тебе базарю. Я серьезно говорю, я стараюсь. Не, я могу, конечно, влипнуть в чисто в игру и не читать чат, сидеть себе там, типа, бормотать что-то под нос конкретно. И, типа, пройти. Меня реально, кстати, болит теперь этот лоб. Я, походу, сильно ударился. Точнее, побился. Лёш, ну чего ты? Ну подумаешь, стал старым, ну ничего страшного. Все мы там будем. Ну сейчас мне срака. Да. Ну вот, я не знаю. А, блин, меня бесит уже просто серьезно. Ну вот умеете, когда хотите, да? Вот как, откуда сразу второй прилетает, я не могу понять. Ким Макаром. Не волнуйся, еще всего 2 часа мучений. Ну, я где-то на это так и рассчитываю. Не, картошечка, ты не подумай, это просто лока такая. Я с предыдущей побыстрее проходил. Мы, кстати, ну, самое большое, по-моему, за стрим убивали где-то, по-моему, 3 боссов. Вполне таких, на изи. С первой попытки. Бывало горели, но это норма, это... Я как бы поэтому и купил эту игру, потому что на это, в принципе, и рассчитывал. Надо поставить песню Лёха, мне без тебя так плохо. Не, не надо Пепперу, пожалуйста. Не надо. А когда у Юли будет день рождения, мы соберемся всем чатиком, всем каналом, поедем к ней в Питер и купим ей зонтиков. Много зонтиков. Вот. Вот, сразу прилетает второй, я не понял. А, я походу понял. Все, я мертв. Нет!
Приветик, твою мать! А, привет, Ира. Привет. Добро пожаловать, Ир. Давно тебя не видел. Это MLG, это... Я не знаю. Ну вот откуда этот хер появился? Ну просто вопросов никаких у меня нет. Воу-бум-бум. Да, ну, Ира не меняется, она... Раскладку она тоже не меняет. Как дела, Ир? А вдруг я расскажу, и кто-то воспользуется этой информацией? Грязно воспользуется? Что тут как? А, все потихонечку, вот как видишь... Проходим Dark Souls 2. Если ты хочешь заказать трек, кстати, под, прям под стримом есть кнопочка, называется DJ Twitch. Нажимаешь туда, ищешь ссылку в YouTube с песней, которую ты хочешь поставить. Копируешь туда эту ссылку, и этот трек будет там, становится в очередь. Так что ставь свои треки, мы будем их слушать. У тебя хороший вкус музыкальный, так что... Так что я буду рад слышать твои треки, а то тут ребята меня насилуют просто своей музыкой. Вот, устала с работы. А, о, ты нашла работу, да? Это очень-очень хорошо. Я потом тебе напишу, может, ты мне расскажешь как-то... Ну, если не хочешь рассказывать это, типа, в чатике можно потом. Я у тебя тет-а-тет как бы спрошу. Этот удар дурацкий. Ах, да как? Да я не знаю, не знаю. Это, ну ты видел, я нормально, все было именно идеально, именно MLG, а потом, короче, появился вот этот жиртрест, если ты об этом. И все стало сразу плохо. Вова, ты сам-то слышишь, как долго разговариваешь о том, как надо ставить музыку, сколько же времени их нужно добавлять. Но вот жизнь такая, Лили, просто такая жизнь. Тебе не нравятся мои треки? А, господи. Нет, нет, твои треки хорошие. Честно. Давайте отойдем. Не, я там про Лепса говорю, например. Я не знаю, я не могу слушать вообще русское там, что-то такое. Или там, не знаю, Тимати. Получил по заднице. Картошечка за линк получил 2 минутки. Картошечка, живи. Яйца перепелиные надо? Ира, нужны перепелиные яйца? За качество отвечаю. Видите, урон получил. Где жиртрест? Вон он. Нет, у меня есть свои, ну отлично. А мои треки хорошие. У Бордлхейза лучше. Злой кролик. А ты в каком городе живешь? Злой кролик, это ты у меня спрашиваешь? По поводу треков. Вова, бери деньги за рекламу яиц на канале. Да-да-да, надо уже пора заняться таким. Чтоб по-честному было. На самом деле, Пеппер, ты правильные вещи говоришь. А прикиньте, там потом, короче, после стрима злому кролику пишут, типа, в личку, типа, такие, давай, типа, яйца, там все дела. У него реально заказы потом. Может так зайти на какой-нибудь канал Мэда, например, там, и, типа, делать рекламку. А тебе потом будут писать, типа, не знаю, дотеры какие-нибудь. Что им нужны перепелиные яйца. Я
необходимо больше просмотров. Ты еще как хотела норм трек поставить. Да, там походу, смотри, там есть ограничения. Просто если на Ютубе мало просмотров у трека, я не помню, там, по-моему, минимум 5000 просмотров, если я не ошибаюсь, то он его не включит, к сожалению. Поставь что-нибудь такое, значит, может, более известнее, наверное, как-то так. Там ограничения по времени, по-моему, и по просмотрам, и по лайкам, если не ошибаюсь. По-моему, то ли 80% лайков должно быть, больше, чем дизлайков, я имею в виду. Не могу брать рекламу из-за одной причины. Я налоги не плачу. Если я ее буду брать, то меня посадят. Так я должен брать за рекламу, если ты об этом говоришь. Ты же рекламируешь свои яйца на моем канале. Нормально приходить к стримеру на канал и рекламировать яйца свои. Пусть даже и перепелиные. Ну, то есть маленькие, я имею в виду. Но все равно как-то это же яйца. Или все равно это же реклама. Не знаю, с какой стороны. Ир, ну расскажи, где ты, куда ты устроилась? Как бы просто неплохая новость. Sweet Dreams, да. А что эти яйца такие дорогие, что тупо можно срубить бабосов, перепродавая их всяким лохам? Да, да, мужик, именно лохам. То есть перепелиные яйца обычно только лохам нужны. Это необычно как-то. Обратите внимание, что делает мой персонаж. Ух! Хорош! Подставить меня хотели. У меня есть кусок Эстуса, по-моему, если не ошибаюсь. Так, здесь надо под ноги смотреть. Я делаю одежду. Вернее, рисую фэша. Для какой-то браузерки, для какой-то мобильной игры, или... Да? Или как? Нет! Ну, что? В смысле? Посмотрите на это! Посмотрите на эту конченую текстуру! Я хотел спросить, что лучше, Razer или SteelSeries, смотря что ты имеешь в виду. Наушники? Ну, наушники... А у тебя же наушники. Вова, ты умер. Спасибо большое, Лили. Я люблю перепелиные. Все любят перепелиные. Твою мать, блин, как можно было... Ладно, я забрал. А там дроп. В смысле, душ. Смотря что ты хочешь купить. У тебя же, по-моему, есть наушники. Я же тебе как бы дарил уши. SteelSeries, нормально. Неужели они сдохли? Только не говори, пожалуйста, этого. Ну, я хочу комплект мыши плюс клава. А, тогда бери Razer. Razer бери. А вообще, знаешь что? Я тебе... Давай, короче, мы завтра с тобой спишемся и выберем тебе клаву и мышку. Я тебе просто подскажу. У меня есть некоторые выводы, скажем так, по своей мышке, которую я купил. Ладно, всем пока. Спокойной ночи, злой кролик. Надо было переплетом... Надо было не перепелом называться, а перепелом, наверное, как-то так это читается. Я вам напоследок дуца скинул. Чтоб я его скипнул, злой кролик. Спокойной ночи. А, Понтифик тоже уже доброй ночи, да, всем пожелал? Я не обратил внимания. Пони, прости меня, пожалуйста. Не успеваю я и за игрой следить, и за чатиком. Спокойной ночи, Понтифик. Норм трек.
Так. Ты мне сердечко показываешь? Блин, тут как забраться? Там вот, вот эта дичь была. Пятьдесят процентов это уже лучше, чем 36. Но... Антон тверкой. Любовь растет. Да, наша любовь растет. Я присмотрел Sirius Apex M500. В комплекте подобрать сложно. Они немного кнопочные. Вот еще Razer Artana Chroma. Мышь смотрится вкуснее, если могу взять к ней. Ну, я бы, наверное, все-таки ближе к Razer. Я не знаю. Я никогда в жизни не видел... Если честно, никогда не видел мышки SteelSeries, вот. На этом бы я бы рассчитывал больше на Razer. Вот, это сразу мое такое маленькое мнение, типа. У Razer и клавы смотрятся посимпатичнее, мне кажется. И мышку бери, если бери, то за... Если берешь мышку, то закрытую, не такую, как у меня. Харли, 100%. Неплохо. Ну а так, в принципе, ты на правильном пути, Ира. Ну, нога, она закрыта. Да, вот это вот правильно. Читер? Кто? Я читер? Давайте сюда на остров выйдем. Более простая, чем твоя. Ну вот, да, вот, короче, я просто смотри. Ты мою помнишь, да, вот этот элит, что-то там троллевали, разливали. Она очень сильно пылью там забивается, короче. Ее нужно там чистить периодически. Не то, чтобы чистить, но хотя бы тряпкой там протирать, короче, и так далее. То есть, я бы посоветовал, более практичная будет, более закрытая такая, там, без всяких дырок, короче, и так далее. Ой, какая попонька. Фух. Хоть чью-то попу на стриме видим, да? Поверьте, поверьте, ребята. Лучше эту попу видеть, чем мою. Лучше эту. Могу нормально забрать. Вот нафига ты туда идешь? Тебе в другую сторону. Там мои души, енот. Вот, все. Я ухожу. Прости. Я иду. Все. Дорогие штуки за 3 можно купить. Что там? Что-то Юля скинула, да? Какую-то ссылку. Сейчас не могу посмотреть. Что там? Юля, что ты там купила?
Я не могу ссылку сейчас посмотреть. Ладно, забейте, я могу. Бэ. А, это Сфинкс, понятно. Все, видите, я уже туда не иду. Нормич. А вон там, смотри, сколько дропа, между прочим. Ого. Надо же как-то разобраться теперь с теми чуваками. Я хочу ежа купить, вот кого. Зачем тебе еж? Объясни мне, пожалуйста. Вот, серьезно. Ира, а как наушники работают? Все окей? Не сдохли еще? Вообще не должны на самом деле. Им еще жить и жить, по идее. Проблемы с этими двумя мобами. Я не знаю, у меня реально не получается. Конченая локация. Так тупо, если честно, серьезно. Просто нереально тупо. Я готов смотреть на это весь вечер. Не вопрос. Как видишь, не вопрос. У нас хотя бы лок очистится еще более-менее. Ну, просто жесть. Но это ненормально. Это реально ненормально. Мысли. У меня слов нет просто. У меня реально нет слов. Это просто жесть. Их реально пропускать, ну, вообще нельзя. Наушники работают. А, блин. Твою мать, ну, серьезно. Наушники работают отлично. Вот подсветку мне папа сломал. Диска очень тонкая. Уже дважды терялась. Поэтому буду смотреть, чтобы она была сплошной, уже очень хрупкая система, привязала на бантик, пока не знаю, куда отнести. Ну, осталось 1,5 часов мучений. Но главное, что работают. Главное, что работают в таком случае. Ну да, все на самом деле зависит от того, как ты аккуратно к технике относишься. Я, конечно, сам бы не назвал себя человеком, который... прям мега аккуратно как-то относится к технике. Вот как она меня задела, ну. Желание понижается у Юли, не сфинкса, так хоть ежа подарите. Я бы ей зонт подарил прежде всего. Не ежа, не сфинкса, а зонт. Папа приехал в гости, говорит мне, что они такие маленькие, натягивает на голову, ну и порвались. А. Я понял, что за леска. Угу. Ну да, не очень, конечно, приятно. Не очень приятно, согласен. Ну,
Ну, вот такая вот неосторожность, что поделать. Ты на папу орал, а потом? Давай, иди сюда, друг. Делаешь 3 свои удара. Или не делаешь. Зонт из сфинкса. Зонт из ежа тоже неплохо будет. Мне кажется, зонт из ежа будет прикольный. Текс. Ну. Как целиться дальше? Ясно, забейте. Я не знаю, как у меня в голове как бы пока что не укладывается эта вся хрень. Это, я могу официально заявить, что это самое хреновое место за всю за весь Dark Souls 2. Вот серьезно, из моего опыта, вот реально самое хреновое. У меня, я не знаю, у меня просто мыслей вообще никаких нет по этому поводу. Я сильно расстроилась, но... Я бы тоже на самом деле расстроился. Ладно еще, знаешь, когда ты ломаешь свои вещи там, да? Ну окей, хорошо, ты же сам поломал. А если там кто-то ломает, ну такое, честно. Вова, ребята, пока. Пойду смотреть сериальчики в таком случае, раз Вова не уважает мои желания. Да... Ну, хорошо. Спокойной ночи, Лили Космос. Зонт из ежа не подойдет. Is that a shark to see, however? Все? Нет, да. Все, я хотел только флягу, в принципе, улучшить и все. Что тебе подарить, человек мой дорогой? Может, зонт и из ежа? Да? Зонт из ежа. Короче, сейчас будет самое интересное, на самом деле. Мы все-таки подходим... потихонечку, так сказать, к концу. Мобы-то пропадают. Ну, ладно, на самом деле, проблема-то в двух последних сейчас, и я не знаю, как их пройти. Если бы я еще хотя бы мог щитом блочить его спел, то было бы гораздо легче. Но щитом я не могу блочить, потому что он защищает только от пиздамага. Вот, и это все равно остается проблемой большой. Давай задавим их харизмой. Ты думаешь, у меня такая крутая харизма? Я могу их задавить юмором. Плоским. И тупыми шутками. В общем, в принципе.
Попытка не пытка. Ну да, чего ж тут терять, да, Лёш? Типа. Вот смотри, ну он просто падает, как не знает, что вот юмором точно не надо. Каппа. Видел, он просто ложится просто нереально быстро. А там еще вон стоит такая же пачка, ребят. Дай бог их задеть. Окей, хорошо. Мы их прошли. С юмором, ахаха, уже не смешно. Ну вот это не очень классно. Я серьезно уже говорю, мне не хватает, не знаю, чего-нибудь, мне чуть-чуть чего-то не хватает для того, чтобы я просто сейчас матерился просто нереально громко и много. Я не знаю, чего мне не хватает. Воспитания, может быть, мне не хватает. Иначе я бы уже просто такие маты гнул бы здесь. Если бы я сидел сейчас сам дома, да? Вот. Как это бывает иногда в аркаде, в Overwatch'е. Вот вы бы сейчас меня увидели с другой стороны. Покричи, грушу побей. Да, грушу у меня нет, в том-то и дело. Приглуши микрофон на минутку. Там название песни как раз. Это песня тематическая. Но видели эту дичь, вот серьезно, вот под конец. Бред какой-то. В смысле, я словил его? Вот, вот этот удар конченый. Класс, класс, офигенно вообще. ХП, смотрите мое. Нормально? Ну, а чё нет, в принципе. Можно проходить весь стрим, просто один стрим, одну локацию. Одну, Карл! Боже, оно такое хилое, просто невероятно. И столько проблем от него. Да отцепись! Твою мать, конченая! Она какого-то черта прицепилась к этому мутаку и видели, как она водила по амплитуде меня просто камера, и все. Я не знаю, у меня просто уже я в шоке. Я, наверное, в конце стрима, наверное, пойду нервно курить. Если я выживу, конечно, в принципе, до этого момента. Это, наверное, в принципе, я считаю, самый такой неудачный стрим по Dark Souls 2, потому что такого дерьма здесь не было никогда. Я мог залипнуть там в той же локации, там, с лавой, да, которая там... Но извините меня, вот так вот, чтоб я залипал на Локи, такого не было. Просто дичь какая-то нереальная. А вот этот мудак до сих пор еще есть, да? Вот тот мудак уже исчез, а этот мудак есть. We'll be right back.
Реально задолбал уже просто, серьезно. Он меня уже заметил. Я предлагаю, надо было на респе еще меня увидеть. Как тут лог хреново работает? Вот настолько маленький радиус у него, все такое маленькое, точечное, такое ощущение, как будто я должен прицеливаться, блин, этим локом. Может, в этот раз получится? What the fuck? В третьей части лог, кстати, на порядок хуже работает, по крайней мере, мне так казалось. Но не знаю, не знаю. Я, по-моему, здесь испытываю реально огромную проблему с локом. Я бы не сказал, что я боже мой. Простите, я уже реально заговариваюсь, потому что у меня просто сил уже не хватает немного. Ну, не сил, а... Терпения мне не хватает, я вспоминался дел слова, блин, как это называется вообще. Это одна из жриц и хилит, посмотри в воде. А, я понял. Она была без посоха, да, я обратил внимание. Красивый череп, просто красивый череп. Серьезно, это просто ужас какой-то сегодня. Сейчас вот обязательно нужно куда-то провалиться еще. Это босс, я полагаю, да? Как туда попасть? Ладно, давайте после босса, наверное, это сделаем, не знаю. Красивый черик, как бомбу кидаешь, вот, и многие мобы идут к нему. Очень интересная штука, это выход. Да, я понял. Отлично. Наконец-то, твою мать. Что-нибудь. Так, блин, я думал, это вообще вход к боссу конкретно. Ну, хоть ладно, в принципе. Ничего не так плохо. Хотя бы костер нам дали. Тоже, в принципе, хорошо. Спасибо большое тебе. Господи, дамочка, успокойтесь, пожалуйста, что вы делаете? Что это за оранжевая штука? Ты
А, она ломает шматье. Комары опять летают. Скажите мне, пожалуйста, а какого числа дохнут все комары? Когда они сдыхают и больше никогда не появляются? Этим летом. Короче, все поломали, все, что можно было, поломали. Отлично. О чем вообще это говорит в игре? Это о том, что мы априори тут сюда должны были пойти поломанные. О, понятно, ясно. Пока. Классно, давайте левел повысим что-нибудь. Я смотрю, у нас на Ведьмаке как-то повеселее, да? Bearer of the curse. Так. Я хп хотел. Еще подкачать. Больше хп не буду качать вообще, в принципе. Мне даже шмотки, если честно, не очень хочется чинить. Я предполагаю, что эта штука там снова появится, да? Давайте просто чекнем, да и все. В принципе, это логично, что она там появится. Ведьмак полегче шел. Ну, это понятно, да, что он полегче шел. Тут дело же не в этом. Я думаю. Ведьмак-то, в принципе, это не хардкор. Ну да, вон она стоит, я не знаю. Надо, наверное, с лука ее бить, что ли. Да. С лука просто нужно бить ее. Тяжело, скучновато одно и то же смотреть. Ну, да, возможно, может быть. Ну как, логично, логично. Давайте идем починимся тогда. Больше таких не будет. Ну, это меня радует, Алексей, это меня реально радует. Ты что сыграла, что ты 2 часа проходил локу? Ну, это да. Делать. Так. Дополнение противное будет, но не настолько. Да и 3-я часть уже. Я уже Dark Souls попырил. Dark Souls 3 мы уже прошли. Мы будем проходить еще раз ее, но чуть-чуть попозже. Так что Dark Souls 3 мы уже проходили. Мы, в принципе, метим на Dark Souls. На Dark Souls 1 еще. Bloodborne еще будем проходить, почему бы и нет, да? Пойду к концу, может, залечу, если что. Заранее всем пока. Давай, давай, Brutal Haze, удачи тебе. Так. Thank you, kindly. Первый ностальгия. Ну, я вот играю вообще, в принципе, в Dark Souls. Первые разы. Ой, не туда нажал. Ладно. Dark Souls 1 есть чумной город. 20% игроков на нем заканчивают свое прохождение Dark Souls. Но босс там... Но босс там шикарный, шикарная, да? А по какой причине заканчивать? Типа, очень задроченная локация какая-то?
Я буду убивать ее с лука. А, отлично, да. Нормально, нормально. Я... Главное, меч не достань. Очень мягко сказано. Отлично. Еще это пришло, зараза. Не пойму, где играет. В каком плане не поймешь, где играет? Куча отравленных, тоненьких деревянных мостики с пропастью. Путанная и огромная. Короче, будешь проходить, сам поймешь. Храмы Аманы легче. Я понял. Ну, у нас вероятность того, что мы будем играть Dark Souls 1 пока что низковата, если честно. Потому что для этого нужна консоль PS3, и помимо этого еще нужен диск с Dark Souls 1. Если что, это твой трек, что ли, Ир? Ну нет, в смысле? Не знаю, мне кажется, она не сложная, она просто тупо задроченная, и все. Там срезать везде можно. Вроде можно, если взять ключ. Ключ на выходе, если ты в Dark Souls 1 в начале игры берешь и на выбор предмет и ключ. Там, ну я понял, о чем ты говоришь, Попер, но смотри, это же все-таки как бы контент, который создавался, да. Вот, и все-таки там для второго прохождения, да, может быть, срезать было бы логичней. Почему бы и нет, чтобы не мучить себя. Хотя ты по факту уже как бы контент сам подучил, и можно и пройти более-менее получше, чем в первый раз. Не знаю, по крайней мере, я бы не брал бы этот ключ для того, чтобы срезать, если там можно так сделать. Я бы все-таки изучил Локу и поумирал бы на ней раз 300. Да, там можно сразу норм шмотку взять. Ну вот, видишь, как минимум. Уже приятно, правильно? Привет, Квинси. Как делище, Квинси. Отмычка для прошаренных, вов, но новичку только хуже будет, понял. А почему для прошаренных? Окей, хорошо. Ну и как назвать человека, который придумал это дерьмо? Смотрите, что происходит. Какой-то. Я не знаю, я уже не подбираю слова, просто надоело. Просто треугольничком расставил двух, троих этих чувачков, и все в порядке. Просто дичь. Там реально дурацкая локация, несложная, все эти мостики. А, вроде норм твои, как... Я не знаю, я здесь стрим прохожу одну единственную локацию, такого еще я не встречал. Просто дичь какая-то. Я вот сейчас вот перешел на вторую фазу локации. А, я еще даже не прошел эту локацию. Я тупо вот весь стрим прохожу эту локацию. И не прошел до сих пор.
И вот сейчас вот не могу отойти от костра. Просто потому что сразу рядом с костром безумно задроченный момент. Призови фантома бота, он тебе поможет. Ну, да не, не хочу, надо самому проходить. Забей, ставь первую. Куда ее ставить? На DVD? Ты прям Робин Гуд? Ну да. Тебе понравилось? Я умею. Вот, Квинси, вот, вот так вот это, все этим заканчиваем. На тебя летит с трех сторон эта срань, и все. Я не знаю даже, что делать. И летит в разное время. Вот треки от Иры сразу слышно. Хорошие, качественные, приятные. Вот эту, блин, придумали эту дичь еще на входе. Ну к чему, блин? Тут дичь какая-то стоит, там сразу дичь. Вот эта дичь, маленькая дичь. Везде одна дичь. Чуть бьется. Не знаю, у меня уже реально покерфейс просто. Меня уже задолбало. Сука, кстати, хреново сделали, механика очень плохая. Не знаю, как в третьем Dark Souls, я, к сожалению, по-моему, не пользовался в третьем Dark Souls. Привет, о, храм Амана, довольно-таки паскудное место. Да, еретик, паскудное, я уже здесь часа, почти 4 часа прохожу. Мне уже, я бы сказал, что надоело, скажем так. Если это можно. Вот что это за удар? Ну, блин, опять. Да что он делает? Что это за дичь? Откуда? Твою мать, просто нереально. Я не знаю, я нажимаю этот конченый нолик, и он не нажимается. Кружочек. Use your brain. Каким образом? Вдох-выдох, вдох-выдох. Ты в это на DVD играешь? Я в эту играю на PS4. А первая только на PS3. Пепперл. Вот такая вот беда просто. По сути, как бы, если бы не эта проблема единственная, ну еще проблема заключается в том, что Dark Souls 1 только на диске сейчас продается. Ну как продается? Попробую ее найти, точнее. Вот, поэтому поставить ее на PS4 сложновато. К сожалению. Как дела, еретик? Отлично, я решил пострелять с него. Да, дерьмово, конечно. У меня есть диск. Но это я помню, что у тебя есть диск. Может быть, и у меня был бы, если бы я раньше познакомился с консолью. Может быть, и у меня был бы диск. А где все? Да, подустали, наверное, от одной локации. Лично мне там арбалет помог. Ну, как вот он может помочь здесь, если ты выходишь, на тебя уже сразу же дерьмо вот это летит. Сейчас оно, если оно сюда залетит, я вообще охерею.
Не залетело? Обосраться просто. А, вот оно летит. О, нормально залетает, вполне, гляньте. Сразу же начинает стрелять. Она и будет так стоять, да, теперь? Играй на компе. У меня нет ПК-компа. Персоналки для игр. Твою мать, какой же конченый. Все. Отлично! Вот этого мудака только здесь я еще не ждал. Не, хреново. Да нет, чё хреново? Что это за дерьмо? Не остановились, тогда моб в станлоке будет. Да как? Ну ты видишь, Лёш, я когда там плечо вот так вот вытаскиваю, даже я даже, в принципе, сам по себе как бы, ну, не вылажу, я только плечо вот так вот отодвинул, там ухом вылез, короче, и все, он уже как бы, в принципе, стреляет по мне. ПК-комп. Ну да, ПК-комп. Ах да, там еще и фантом. Спасибо большое, еретик. По очереди сначала право, потом лево от этих двух арбалетами от хилеров отразить. Отманить можно. Ну вот у меня нормально получалось в этот раз. Но пришел вот этот мудак и как бы в принципе все испортил. А где Юля? Юля пошла смотреть сериалы. В принципе, как всегда. Информационные IT-технологии. Нет, не знаю, Квинс. Володя, лол. Да, меня тут называют периодически Володя. Гляньте, мудак, смотрите, что делает. Господи, какая же мудацкая игра. Просто невероятно мудацкая. Как моего деда. Спасибо большое, Ира. Благодарю тебя. Откуда вот... Я выключил музыку, почему вот это дебильное пение, короче, какое-то там играет. Это я Рубин Гуд. Вообще прям не поспоришь. Куда я стреляю? Что это такое? Да, блин, вы что, издеваетесь надо мной? Ребят, пожалуйста, никаких русских треков. Меня уже бомбит просто нереально.
Я не могу играть в них, ну, под русское что-то. Вообще просто меня не перевариваю. Простите меня, конечно. Но... Ух, твою мать, ничего себе. Квинси, тебя не было в начале стрима, я просил не ставить ничего русского. Меня и так бомбит уже сегодня, просто нереально. Где этот мудацкий фантом? Вот он. Дай там Селена Гомес, что хочешь. Бежит, зараза. This is a test. Вот что это такое? А, это Streamlabs. Во, смотрите, он очнулся, прикиньте. Это маг какой или что это? Я не понимаю, что это происходит у чувака. Приятного стрима, тогда не понял. Всем пока. Давай, давай, Пепперл, удачки тебе. Приходи в четверг нам. Вот это... А вот это реально неприятно было. Ты гибрид чернокнижника и волшебника. Один из наших из самых сильнейших небесей. Ну, я не увидел ничего сильного в нем, если честно. Но просто... Он сожрал всю мою выносливость в какой-то момент, и все. А что в четверг будет? Неделя Dark Souls, ребята. Всю неделю Dark Souls будет. Картошечка, ты палишься. Ты очень сильно палишься, мужик. Просто жесть, куда он стоял? Стамина забивает 0. Да-да-да, я прочувствовал, чувак. Я реально это прочувствовал. Просто шикарно. Вот этот мудак еще маленький. Просто, ребят, мы смотрите, мы в начале. Вот этот... чертов огонь, и вот костер, точнее, и вот мы просто жесть, мы тупо в самом начале Локи. Юленька, тебе там как сериальчики твои, я имею в виду. Просто у него есть пара спеллов темные вблизи ваншотя даже Хевели. А, ну, я понял, о чем ты. Броня, да, вот это самая, типа, тяжелая, которая. А, так, в смысле, а, подожди, у нее, у Хевела там, типа, есть защита, резист к магии, что ли? О, классно, вообще. А есть какие-то мысли по этому поводу, вообще? Сервильчик. Сервильчик, отлично. Не, ну я к тому, что типа ты говоришь, а что будет в четверг? И Юля пишет, типа, Юлин стрим в четверг. Серьезно, я так не горел даже в этой, на первом стриме, мне кажется. По Dark Souls. Меня реально задолбало уже очень сильно. Вон мудила идет, видите, он ползет, смотрите.
Я его ударил, он меня бьет в ответ тупо. И этот сагрился. Ну, с мобами у тебя неплохо получается. Главное сейчас с фантомом разобраться. Поставь щит себе с хорошей защитой от магии. Блин, я так, если честно, не люблю вообще что-то менять, короче, типа... Давайте достанем щит для магии, там... Давайте достанем, там... лук от геев, я не знаю, короче, что-нибудь такое, там... Топор от мудаков, короче, я не представляю вообще, в принципе. Какой есть у меня... Я не знаю. Щит от магии. Где тут вообще резист? Какой магией он бьет? Ты достал свой топор от мудаков. Смотри, еретик. Вот этот, походу, вроде ничего, да? Я ориентируюсь по... блин. Всех. Ну, порча это тьма. Там, где черепок, правильно? Типа, по этому. Ну, вот этот получает. 85. 40. Ну, короче, вот этот вроде ничего, да? Типа... Квинси и Володька. 76%. Квинси вполне неплохо. Он еще чаще бьет и опаснее. Короче, вот этот, походу. Давайте попробуем. Не знаю. Значит, у меня скоро закипит так, что даже не представляю вообще, что делать.